Всем привет, друзья! Сегодня мы поговорим о фарах на Chevrolet Cobalt, либо о лампочках на Chevrolet Cobalt, которые можно ставить штатные фары. Не фонари, а именно фары, как мы переходим сейчас. Это как они выглядят днем? В туманках, да, тоже леды, в которой здесь все работает, здесь вот одна часть уже не работает, которая светит вниз. В основном блоке фар стоят именно эти лампочки Philips H4 Essential на 21 ватт. И как вы сейчас на этом фото видите, они практически одинаковые с галогенными лампочками. И сам чипы, то есть дальнего, ближнего, они такие вот тоненькие, маленькие, как на самой оригинальной лампочке ближнего света у нас стоящей. А еще в тесте у нас будут эти лампочки мини-линзы TQ 35-45 Вт, которые в ближнем светят на линзе, дальнем от рефлектора самой оригинальной фары. Дальше мы хотим сказать, что мы вас не принуждаем ставить такие лампочки. Эти лампочки мы ставили только для теста. Как проверить, посмотреть и для вас это все показать. А также хотим сказать, именно у Chevrolet Cobalt есть такая болячка. Не любит он LED эти лампочки, которые вот именно линзы будут на 45 ватт. И они иногда в долгом путешествии двухчасовом отключаются сами по себе. На Philips'ах 21 ватт такое не наблюдается. Тут мы видим ближние и дальние LED'ы переключаются. Ближний затухает, дальний загорается. То есть по отдельности горят. На мини-линзах наоборот. Вот мы сейчас включаем. Включаем дальний. Он просто дальний загорается отдельно. Ближний не отключается. Что идет очень таким плюсом хорошо. И перед вашим экраном мини-линзы, которые светят очень бело, ровно, но очень узко. Дальше мы видим LED-лампочки Philips, которые светят не так ровно, как бабушкин хрусталь. Ну а вид из салона дальний-ближний. Мини-линзы, дальний-ближний. Ну, по видео кажется, что линзы светлее. Тут мы видим ровную границу мини-линз. По штанам секаж. Тут мы тоже, конечно, не видим обычную линию по штанам секаж. Но по бокам все эти отражения хрустальки тоже видно. Вот ламп из салона. Тут вот отчетливо видно, что нижняя граница вот не полностью освечивается, но дорогу видно нормально. Эти LED-лампочки такие же, как галогеновые лампочки, также прям в точь-точь светят ровно такой же границей, но просто белого цвета. Больше ничем не отличается. Вот у вас есть оригинальный Cobalt, он также светит, но белым. Оттенок 6000 Кельвин и все. Мини-линзы. Он светит ровно, без всяких отражений, невидимых местов, но очень узко. Прям только впереди. По городу очень хорошо, наверное, будет, но дальнего тут вообще нет. В следующем видео вы увидите примерно, как светит дальний LED. Здесь дальний вообще нет. На трассе это будет, наверное, неудобнее. Но в городе прям самое, ну, бюджетный вариант. Моргай там. Да, моргать Эткин вообще не слепится. Не доходит высота, что ли. Астанжан, да, тема по сладким, все.
Косая сикаш. Моргает типа. Ебать, брат, здесь меня ебошат. Подытоживая, хочу сказать, что оба варианта подходят людям, кто хочет немного белого света. Было приятно глазам, наверное, кому это реально нравится, белый цвет. И бюджетный вариант не ставят линзы, которые обходятся очень дорого, а дешевые, ну, не такой, что сильный вариант, потому что они не уступают, вот, не сильно лучше этих мини-линз. Но скажу, что на момент монтажа этого видео мини-линзы мы уже обратно сдали, и они сами по себе отключали. Всем пока! Как тут назад?